Всем привет! Сейчас вы видите новую анимацию, как бы на моей голове. Это такие звездочки, типа по башке получил. Так вот, ребята, сейчас мы сделаем с этой анимацией еще пару анимаций. Короче, ну сейчас все увидите. Мы будем совмещать две анимации, и все будет топово. Ставьте лайки, подписывайтесь, также вступайте в телеграм-канал RP City Brookhaven. Ну, эта игра пока что так называется. Кто не знает, это моя игра. Вот, подписывайтесь, я веду этот телеграм-канал, выкладываю туда эксклюзивный контент. Скоро будет бета-тест. И вообще, да, название игры будет по-другому. Поэтому вступайте, чтобы быть в курсе всех новостей. Так, ребята, я появился на новой карте. И смотрите, ребята, у нас здесь как бы новая анимация. Например, вот это. Очень классно, мне она нравится. Такая яркая звездочка, типа по башке получу. Так вот, сейчас мы эту анимацию будем багать. Нужно кликать, короче, много раз. Там, не с первого раза это все получается. Нужно брать пушки одновременно, короче, и кликать на анимацию. Сейчас, короче, все сделаем. Сейчас попытаемся. Это не с первого раза получается, но я думаю, сейчас получится. Потому что, ну, делается довольно просто. Но нужно, как бы, несколько раз попробовать это сделать. Так, например, так, может, получится. Может, так. Не, сейчас, ну ладно. Вы, короче, поняли тактику, это совсем работает, и наконец-таки у нас получилось. И смотрите, ребята, как бы эта анимация с нами всегда, то есть мы ходим, бегаем, стреляем, умираем, там, я не знаю, она с нами будет оставаться, и это реально очень круто, то есть мы можем брать абсолютно другие анимации, использовать, и такая анимация работает, точнее, такой баг работает со всеми. Ссылка на телегу в RP City есть в описании и в закрепе, если что. И, кстати, сверху, вот, смотрите. Короче, как вы поняли, это вообще может там с гитары сделать анимацию. Просто со звездочками решил попробовать. Вот, потому что звездочки реально классные. Делайте то же самое с любыми анимациями, у вас все багается, все остается. Но вот звездочки прикольно, типа, прикиньте, с ними бегайте, с кайфом. Ладно, ребят, спасибо за просмотр, удачи вам, пока.